бабка молодец. Ну это она отомстила за то, что она услышала, что он ее чуть не изнасиловал. Ой, что она его чуть не изнасиловала, да? Браво! Всем пламенный привет! Очень долго я отсутствовал, прям сутки напролет, и вот сегодня у меня первый выходной, и я решил, что запишу прям сразу несколько роликов. Тем более, есть про что записать и есть про что рассказать. Утром такой встаю, и опа, у Баскова и Киркорова наконец-то выходит клип под названием «Ибица» или «Ибица», не знаю как правильно. Недолго думая, я решил записать реакцию на этот мега-хит. Интересно, что они там придумали на музыку «Цвет настроения синий»? Давайте посмотрим вместе. Итак, готовьте чай, кофе или что-нибудь покрепче, я начинаю слушать. Перед началом не забудь подписаться на канал, если ты до сих пор еще не с нами. Жмякай обязательно на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео, новые реакции на канале. Ну и конечно ставь лайк, если тебе нравится все то, что мы здесь делаем. Ну что ж, поехали! Сразу же в начале видео нас предупреждают, что в видео содержатся сцены насилия, употребления алкоголя, нецензурная лексика и Филипп Киркоров. Ну и для просмотра лицам, достигнувшим совершеннолетнего возраста. Блять, мне прямо интересно, что же там будет. Поехали. А что, они хотят сказать, что вот этот формат, типа, Дима Билан, «Пьяная любовь» сейчас в моде? Ну и вот эти вот купальники серии 90-е, ну... Ну, это типа нам показывают, что... Такой, знаете, такой американский сериал какой-то, типа Beverly Hills 90-210. Вечеринка, алкоголь, шампанское. Это что-то типа из серии «Стиляги» или что? Такие прямо попы в кадре, прям, пух, такие орехи. Что это такое? Это Басков и Киркоров, которые пародируют... Ну, мне что-то показалось, что это солисты группы Абба, ну или что-то в этом стиле. Я не могу уже это смотреть. Это трэш. Динозавры? Вы серьезно? Чего? Вы серьезно? Вы что, взяли динозавров из декораций клипа группы M-Band? Ау! Откусанная рука. Что это такое? Что они покурили, прежде чем это снимать? Блять, блять, мои глаза! Басков показывает вот эти движения, и хочется спросить, а ты вообще вот эти движения кому-нибудь применял? Да кого не хотят наебать со своей дружбой? Филипп и Басков вообще не друзья. Какой? Вот, Шнуров. Хуй совместный клип. Харламов. Ну там вся ненависть из-за чего? Из-за того, что один выглядит идеально. Просто идеально. А второй, ну... Очень сильно себя запустил, это очевидно. У меня конская колбаса на двух тонких ножках. И сам сидит, жрет курицу. Жирная мразь. Жирная мразь, блять. Гарик. Это что за... Это что за шлюха из 90-х лежит на столе в сетчатом костюмчике и в белых носочках? Ура!
Ой, простите, это же Николай Басков. Блять, блять, мои глаза. Фу-фу-фу-фу-фу. Маленький шпиц съел кусочек Филиппа Киркорова, блять. Ну, тёлочки, как бы, ну ладно, хоть вставили в клип тёлочек. Стоп, разошлись. Что значит разошлись? Классный кадр. Ну, это не твоё, точно не моё. Ну, не круто, тебе это не подходит. А что подходит? Я знаю, как надо, доверься. Что? Пенсионеры в купальниках? Им лет по 90. Господи, мои глаза, как это развидеть? Нет, нет, это не очень сексуально. Особенно, когда вон тот дедушка в синих плавочках лежит. Фу, 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 она лизнула его, я это видел. Еще и мат в клипе. Ну, ладно, окей. Это же Филипп Бедросович. Все нормально, мы сейчас выйдем. Что? Коктейль из пельменей? Я это вижу в первый раз. Ну, блядь, ну, конечно, куда же без рекламы? Я думаю, ну, для чего это? Блядь, ну, реклама каких-то новых пельменей. Ну, прямо да. Оу, зачем показали яйца козы на весь экран? Оу. Фу! Фу! Это то, о чем я подумал? Нет, стоп, 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 подождите. Это то, о чем я подумал? То есть Филипп Киркоров... Он что сделал козлу? Ну, он просто его подоил, надеюсь, это было молоко или это нечто другое? Как думаете вы, напишите мне в комментарии. Я не хочу представить, что там у него в бокале было. Да, судя по выражению Баскова, это было вот именно то, о чем я подумал. Ой, блин. Нет, я, конечно, понимаю, что это шоколадная паста Нутелла, да? Я же взрослый человек, это клип. Но неприятненько. Да, это была моя идея предложить им сделать совместный проект. Я считаю, что они давно должны были стать друзьями. Ага. Господи, я же собирался после просмотра этого видео немножко пойти покушать. Чувствуется, сейчас не получится. Это то, что я...
Я недавно видел, вот прям буквально вчера видел фотку, как две бабы ебашатся, ну не фотку, а видеоролик, как две бабы ебашатся, и одна другую кусает вот за промежность. Это пародия? Это полный трэш, я ничего не понимаю, что там происходит. А, ну это типа показывают, как у Баскова с Киркоровым, типа вражда, и они типа вообще не друзья, да? Ну, окей. Блять, опять реклама вот этим пельменям. Наверное, вкусные пельмени. Но это милые бронятся, только тешатся. Но я это... Ну, я и не знал, что любовь может быть жестокой. Блядь, что это? А, он ему просто нос откусил. Ну, конечно, как не показать, как Киркорова сжигают. Собчак мы уже сожгли в цвете настроения синий. Теперь Киркорова мы поджигаем. Ну, окей. Долбоебы. Долбоебизм. Бабка молодец, блядь. Ну это она отомстила за то, что она услышала, что он ее чуть не изнасиловал. Ой, что она его чуть не изнасиловала, да? Браво! Ай, блядь. Это был Киркоров? Это был Леонтьев? Это... Наконец-то я увидел, как выглядит Валерий Леонтьев сейчас. Местечковый конфликт. Вот ЛДЖ с Федуком посрались, так посрались. Это была Анита Цой. Ну вот и все, друзья! Вот и закончился этот трэш, и я хочу подвести итоги увиденного. В целом, наверное, для подобной идеи, ну, очень даже неплохо. Но лично для меня это было too much. Я, конечно, понял, что история была основана на так называемом скандале между Киркоровым и Басковым. И их, типа, вечными соревнованиями между собой, там, меряются писками и званиями, кто больше король. Басков или Киркоров. И у режиссера это получилось даже неплохо, но с таким юморком. Ну, одним словом, режиссер оторвался там по полной. Браво! Особенно мне очень понравилось, что из Баскова сделали такую, знаете, некую проститутку из 90-х, когда он там лежал в клетчатом костюме на этом столе. Это прям был его образ, и он был ему к лицу. Единственное, чего я не понял, для чего в клипе показали динозавров, сцену насилия, оторванные руки. Они хоть и выглядели не, ну, натурально, да, скажем так, но все равно это было перебором. Ну и начало, когда я увидел клип, я подумал, что это будет из серии «Дима Билан. Пьяна любовь». Когда, знаете, типа снимают на видеокамеру и все это вот в квадратном формате и так далее. Думаю, ну неужели это сейчас модно так снимать? А нет, потом все-таки исправились. В целом, один раз посмотреть этот трэш можно. Поржать там, поприкалываться, и, ну не более того.
Ну, трэш это был одним словом, как и цвет настроения синий. Такой легкий стёб над всем происходящим. Молодцы, что пригласили других артистов в клип. Я хоть посмотрел, как выглядит сейчас Валерий Леонтьев. Очень плохо выглядит. Были, конечно, моменты, которые было не очень приятно смотреть, ну, например, лично мне. Это пенсионерки в купальниках и очень много рекламы пельменей. Я вообще, знаете, заметил, что многие артисты стали в своих клипах использовать прямо такую прямую рекламу. И даже не скрытую, а вот прямо в лоб, так сказать. И рекламируют это все что угодно. Я, конечно, понимаю, что реклама необходима, и что артистам нужно оплачивать вот эти клипы дорогостоящие. Ну, блин, не нужно делать это вот прям все так очевидно. Короче говоря, Филя и Коля отпиздили друг друга, в говне друг друга изваляли, а в итоге пенсионерки их, короче, и замочили. Все довольны? Занавес. Как по мне, клип своеобразный, несуразный, много действий, мало смысла, но было прикольно смотреть весь этот трэш. Второй раз смотреть не буду, но советую посмотреть всем тем, кому исполнилось 18 лет. Что думаете вы на тему клипа? Вам понравилось? Как считаете, можно ли подобный трэш показывать на телевидении? И будет ли клип популярен? Да, безусловно, миллионы просмотров этому шедевру обеспечено, но это факт. Короче, закругляюсь. Если понравилась моя реакция, жмите лайк. Я, например, смотрел этот клип впервые вместе с вами. Подписывайся на канал и жми на колокольчик обязательно. Всем отличного настроения. Пока!